открытым к уровню 55. Аккуратно по потокам воздуха направляюсь вверх, собирая все звездочки на своем пути. Продолжаю движение по направлению указателей, собирая все звездочки на своем пути. Аккуратно поднимаюсь вверх. Очень аккуратно, что пока потоки воздуха помогут мне не подтолкнуть. Отмечаю чекпоинт и продолжаю свой путь, собираю все звездочки на своем пути. Что ж, этот уровень достаточно простой. Какая интересная спираль. Продолжаю собирать все звездочки и попадаю прямо в портал. Наверное, этот уровень был одним из самых простых в этой игре. Продолжаю. Аккуратно. О, эти голубые стрелочки меняют направление моего полета. Прекрасно. Отлично. Теперь мне нужно аккуратно спуститься вниз с их помощью и собрать все звездочки там. Что ж, еще немного терпения. И я почти смогла опуститься вниз. Опускаюсь вниз, собираю все звездочки на своем пути. Нажимаю кнопку, убираю лазер. Прыгаю, собираю все звездочки на своем пути и попадаю прямо в портал. Отлично, уровень пройден. Приступим к следующему. Аккуратно поднимаюсь наверх, собираю все звездочки на своем пути. Собираю все звездочки. И теперь меняю направление своего полета. Отмечаю чекпоинт. И аккуратно спускаюсь вниз. Собираю все звездочки на своем пути. Снова меняю направление полета, чтобы собрать звездочки. И снова попадаю в портал, и уровень пройден. Что ж, продолжим. Уровень 58. Поднимаюсь наверх. Избегаю разрядов тока этого электрического монстра. Продолжаю двигаться вперед. Снова избегаю разрядов тока. Очень аккуратно. Продолжаю движение. Собираю все звездочки на своем пути. Отмечаю чекпоинт. Теперь меняю направление своего полета. И собираю все звездочки здесь. Очень аккуратно. Перепрыгиваю эти голубые стрелочки, потому что иначе я упаду. Собираю все звездочки на своем пути. Перепрыгиваю все препятствия. И двигаюсь только вперед. Аккуратно прохожу край платформы. Меняю направление своего полета снова. Перепрыгиваю голубые стрелочки, чтобы не улететь в открытый космос. И запрыгиваю в портал. Уровень пройден. Что ж, это было достаточно просто. Пожалуй, продолжим. Ого, здесь мне придется быть очень осторожной, чтобы не напороться на лазеры. Подпрыгиваю вверх и снова лечу вниз, постепенно меняя направление своего полета с помощью этих голубых стрелочек. Собираю все звездочки на обратной стороне платформы. Аккуратно поднимаюсь вверх. Отмечаю чекпоинт и продолжаю свой путь. Поднимаюсь вверх, собираю все звездочки на своем пути. Нажимаю кнопку, которая уберет все лазеры вокруг портала. И продолжаю двигаться вперед. Аккуратно обхожу все лазеры. И двигаюсь дальше. Ого, в следующем уровне будет босс. Невероятно. Посмотрим, на что он способен. Выглядит он довольно устрашающе. Его очки меняют цвет. Что ж, когда у него красная радужка, не можем его бить, когда желтая можем. Наносим урон. Перепрыгиваем через него. Сможем, на что он способен еще. В принципе, пока что не очень сложно. Осталось всего 4 сердечка до победы. Теперь уже даже 3. Продолжаю двигаться. Посмотрю, что он еще придумал. Ого, он запустил лазеры. Но это не беда. Я легко справляюсь с этим препятствием. Что будет дальше? Ого. Тут почти нет гравитации. И весь уровень трясется. Надо очень аккуратно избегать ударов этого монстра, чтобы в конце концов его победить. Еще один удар, и осталось всего одно сердечко. Одно сердечко на победу. Если я нанесу ему еще один удар, я смогу одержать победу. И враг повержен. Что происходит? Неужели Луна возвращается в привычное состояние? Прекрасно. Луна снова круглая. Отлично. Что будет дальше? О! Два прекрасных возлюбленные. О нет! Его возлюбленная упала прямо в канаву. Что ж, я думаю, надо броситься вслед за ней и поступить героически.
Что же будет теперь? Ага, собираем все звездочки на нашем пути. Аккуратно преодолеваем всех монстров, чтобы спасти нашу возлюбленную. Проходим уровень. Отмечаем чекпоинт. Снова собираем звездочку. Вот какой-то новый монстр. Он стреляется шипами. Кошмар. Надо быть очень аккуратной рядом с ним. Собираю все звездочки на своем пути. Собираю ключик. Открываю проход. И могу спуститься дальше. Собираю последнюю звездочку. И приступаю к уровню 62. Так. Аккуратно. Здесь очень много шипов везде. И снова этот колючий монстр. Что ж, очень аккуратно спускаюсь вниз, избегаю всех его шипов и продолжаю собирать звездочки на моем пути. Аккуратно собираю все звездочки на своем пути, запрыгиваю снова на платформу и продолжаю путь. Еще один монстр с шипучками. Какой кошмар, как их здесь много. Продолжаю собирать все звездочки на своем пути, отмечаю чекпоинт и поднимаюсь наверх. Здесь много шипов, монстров. Что ж, собираю все звездочки, справляюсь со всеми монстрами. Забираю ключик. И теперь я могу спокойно продолжать двигаться к следующему уровню. Но там осталась одна звездочка наверху. Думаю, ее тоже стоит собрать. Поднимаюсь наверх, собираю звездочку. И теперь могу перейти к следующему уровню. Прекрасно, уровень 63. Аккуратно двигаюсь влево. Поднимаюсь наверх. Снова вижу этих ужасных монстров с шипучками. Какой кошмар. Избегаю всех из шипучек. Поднимаюсь наверх. Собираю все звездочки при этом на своем пути. Очень аккуратно. Продолжаю движение. Забираю ключик. И теперь я могу открыть голубые ворота. Что ж, продолжаю двигаться дальше. Собираю все звездочки на своем пути. Снова избегаю этих противных, неприятных шипучек. Забираю ключик, и теперь я могу двигаться к следующему уровню. Надо аккуратно подняться наверх, чтобы не задеть шипы. Я хочу собрать эту звездочку, чтобы получить золотую медаль. Нужно аккуратно подпрыгнуть. Еще одна попытка. И звездочка собрана. Продолжаем двигаться дальше. Уровень 64. В этот раз здесь есть небольшая металлическая тележка. Что ж, подвинем ее влево. Я думаю, она мне поможет собрать звездочки. Или как минимум подняться наверх. Но чтобы подняться наверх, мне нужно открыть ворота. Для этого мне нужен ключик. Возможно, ключ есть где-нибудь в другой стороне. Поедем вправо. Соберем ключик и все звездочки на своем пути. И теперь можно двигаться обратно влево. Собираю оставшиеся звездочки. Прыгаю на тележку. Запрыгиваю наверх на платформу. Поднимаюсь дальше. Собираю все звездочки на своем пути. Очень аккуратно, потому что снова висят монстры с шипучками. Какой невежливый монстр постоянно разбрасывается своими шипучками. Кошмар. Собираю все звездочки на своем пути. Зеленый ключик. Отмечаю чекпоинт. И аккуратно, чтобы не напороться на шипы. Что ж, придется начать снова с чекпоинта. Аккуратно, чтобы не напороться на шипы, прохожу все препятствия. И мне нужно забрать ключик. Сбегая ключик этого злобного монстра снова. О, нет. Он смог одержать победу. Что ж, попытаюсь снова. В этот раз ему не удастся победить меня. Отлично. Собираю все звездочки на своем пути. О, нет, мне снова придется вернуться за ключиком. Какая неудача. Кошмар. Собираю все звездочки на своем пути. Сбегаю шипучек этого монстра. Собираю ключик, продолжаю двигаться вперед, собираю звездочку и этот уровень завершен.